Всем привет! Сегодня мы снова на арене музыкального конкурса Kinder Music King. Я так ждала этот выпуск, и я уверена, что вы тоже. Так что, уху! Только 9 ребят из 3000 смогли попасть на наше шоу. А после сегодняшнего выпуска останутся 7 самых талантливых. Поющий спортсмен, взрослая и уверенная в себе певица или солнечная отличница. Кто сегодня покинет сцену, решат наши звездные судьи. Первые 3 участника уже готовы к выходу на сцену. Но помните, что только 2 из них смогут остаться и продолжить участие в шоу. Смотрите внимательно и ничего не пропустите. Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Иван Ермаков, мне 17 лет, и я из города Москвы. Я учусь в лицее Международного университета в Москве и заканчиваю 11 класс, поэтому все свободное время у меня уходит на подготовку и поступление к университету. Вы могли видеть этого парня по телевизору. Иван был участником известного музыкального ТВ-конкурса. Должен из такой простой вообще штуки сделать что-то такое наивкуснейшее, сочное просто. На долю Ивана выпала непростая задача. Он наш первый участник. Как ему это поможет или помешает, не знаю. Я здесь, к сожалению, ничего не решаю. Решает талант и жюри, разумеется. Ну что, давайте познакомимся с нашим первым участником Иваном Ермаковым. Ваня, привет. Привет. Ой, какой ты высокий. Боже мой, я чувствую себя такой маленькой. Ну как, ты нервничаешь перед выступлением? Да, есть немного. Ну я думаю, все будет круто, желаю тебе удачи. Спасибо большое. А как вы относитесь к увлечению сына? Ну, вообще, честно говоря, мы не думали, что он запоет, вообще он спортсмен. Но к увлечению музыкой относимся очень хорошо. У нас поддерживаете, все, да? Да, поддерживаем, мы уверены, поет он хорошо, нам нравится. Ну что, тогда я желаю тебе удачи и, наверное, тебе пора на сцену. Да, спасибо большое. Иван Ермаков споет песню своего тезки Ивана Дорна «Северное сияние». Засияют ли от его выступления лица жюри? Здравствуйте, меня зовут Иван Ермаков. Откуда ты? Я из города Москвы. А что будешь исполнять? Я буду исполнять песню Ивана Дорна «Северное сияние». А, отлично. Удачи. Поехали. День был холодный, а я влюблен. Нас было 3, жалко, что не вдвоем. Он был красивым на фоне. Здорово. Это Иван. Мурашки по коже, но не от меня. Хотя я был тоже там, но без внимания. Смокинг на теле, все мои цветы. Был понедельник, но я не забыл, что ты так и не видела, как я люблю тебя. Ну как, вам нравится? Не очень нравится. Что-то не то, ты была влюблена тупо в свои дела. Вот оно что значит любовь. Любовь, любовь, любовь. Вот оно что значит любовь. Любовь, любовь. Ну здорово. Отлично. Молодец, молодец. Спасибо. Я довольна, все сделала так, как мы и хотели. И артистично, и все нотки, над которыми мы работали, все получилось. Кстати, действительно, мне очень понравилось то, что ты во время исполнения этой песни менялся, и было видно, что ты живешь. То ты немножко в одном настроении, то ты в другом, но все это очень оправданно. На самом деле, у меня очень хорошее осталось впечатление, очень хорошее ощущение. Выступил хорошо, двигался, был живым, поэтому... И спокойным, вот да, это мне тоже очень тоже понравилось. Хорошо. Чуть-чуть мне показалось, что он подзажат. Чуть-чуть немножечко волновался, да? Вот прям совсем немного. Было такое. Ну, конечно. Слушай, но зато, несмотря на волнение, ты все равно какую-то такую добрую, позитивную атмосферу в себе, ауру сохранил и передал ее. Молодец. Спасибо. Ну, как вам оценка жюри? Я довольна. Старался как мог. Чувствую, что где-то что-то из-за волнения не получилось, но в целом доволен. Вот, есть над чем поработать, поэтому будем работать дальше. Всем привет! Меня зовут Лида Рудковская, мне 18 лет, и я из города Екатеринбург. Мне 18, я здесь самая старшая, но я считаю, это никак не может повлиять на решение жюри, так как самое главное – это профессионализм и хорошая музыкальная подготовка, а она у меня очень хорошая. О Лиде вам нужно знать 2 вещи. Она любит петь
и ей нравится соревноваться. Самая взрослая участница нашего шоу учится на педагога, но все свободное время уделяет музыке. А если спеть «Обними меня сильней, сильней», а не «сильней», как-то, ну, как-то непонятно. Окей? Наша следующая участница – самая старшая конкурсантка. Это дает ей некоторые преимущества – больше опыта, меньше переживаний. Но сможет ли она составить конкуренцию другим ребятам? Так здорово, когда тебя поддерживают родители. Наша следующая участница – Лида, пришла со своей мамой. Привет! Привет! Приятно с вами познакомиться. Как вы думаете, ваша дочь уже взрослая? Вы считаете ее взрослой? Конечно, нет. Она моя маленькая. Ну что, тогда отправляем Лиду на сцену, а мы с вами будем наблюдать. Лида Рудковская исполнит песню Ани Лорак «Медленно». Здравствуйте, меня зовут Лида Рудковская. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, милая девушка, прекрасное создание. Я буду петь песню Ани Лорак «Обними меня». Давай, удачи тебе. Желаю тебе удачи. Спасибо большое. Я не могу жить без тебя, только это между строк. Вся моя жизнь — это борьба гордости с любовью. Если б ты мог хоть иногда видеть все, что ты... А вот на репетициях так же звучало или сейчас все-таки нервничает? Ну, она молодец, она пытается донести все, что было на репетициях. Обними меня сильней. Ты видишь, я бегу навстречу, и только свет любви твоей сердце лечит, сердце лечит. Молодчина. Отлично. Хочется всегда аплодировать, не могу удержаться, да, от этого. Спасибо большое. Чуть-чуть охрипло? Немного? Всегда после выступления. Переволновалась. Немножко я огорчилась из-за оконцовки, но в целом ты молодец, я понимаю прекрасно, какое волнение ты испытываешь. Ну, во-первых, это еще и песня достаточно тяжелая, песня вокально, сложная. Она постоянно идет на таком ритме, и тебе нужно всегда быть на такой высокой позиции, верхние ноты постоянно, да, с опорой. Я считаю, девушка с огоньком, да. Нам огонек это показала, но я его увидел, мне понравилось, отлично. Ну, кое-где даже можно было больше огонька, но все равно. Немножко не хватило. Мне очень тембр понравился еще. Мне тоже понравилось. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну что, как вам мнение жюри? Достаточно объективная оценка. Очень понравилось, что отметили ее своеобразный тембр. Я очень сильно волновалась, но в целом, мне кажется, мое волнение не помешало мне хорошо выступить. Здравствуйте, меня зовут Юношева Елизавета, мне 15 лет, и я из города Симферополь. Я не знаю, чем бы я занималась, если бы у меня в жизни не было музыки, потому что музыка – это вся моя жизнь, я занимаюсь ей с самого раннего детства. Очень рада, что я попала на этот конкурс, я вообще не ожидала этого. Петь и говорить она научилась почти одновременно. Лиза с 3 лет поет в ансамбле «Непоседы», а в 6 стала солисткой. Вот эти вот синкопы, не ровненько, как ты сейчас спела, да? А постарайся все-таки эти синкопы, они более вкуснее звучат. Прямо из солнечного Симферополя в нашу комнату поддержки телепортируется Лиза. Привет! Привет! У вас там солнечно? Да. А то у нас тут в Москве такая жуткая погода. А с кем ты приехала? Я приехала с бабушкой. Я слышала, что вы живете в одной квартире. Сложно ли жить с человеком, который все время поет? Мне радостно, потому что это моя мечта. Моя цель, чтобы моя внучка пела. Так, ну тогда сейчас будем вместе поддерживать Лизу. На тебе желаем удачи. Спасибо. Тогда давай на сцену. Сегодня Лиза выступит с песней группы «Ика» «Выбирай». Интересный выбор. Здравствуйте, меня зовут Юноша Елизавета. Привет. Здравствуй, Лиза. Привет. Я хочу тебя от всей души поддержать, чтобы ты не волновалась, собралась и подарила нам свое настроение и свои яркие, веселые ноты. Спасибо. Скажи, пожалуйста, что ты будешь петь? Ика, выбирай. А почему такой выбор? Она достаточно позитивная, и если так правда говорить, она на кайфе. Она такая, вот мне нравятся такие песни. А мне нравишься ты. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, ты мой герой,
простой, а сам выбирай, прощаешься со мной или рай. Ну, все, танцы пошли, все, ура, все хорошо. Я отлегла на душе. Молодец, переволновалась как-то немножко. Что, как вам? Ну, сейчас, да. Сейчас мне понравилось. Ну, мне тоже умничка, понравилось. Да. Я волновалась за тебя вместе с тобой, и у меня в этой песне какой-то такой вот трагическая какая-то история была. Вот можно я спрошу тебя, о чем эта песня вообще? Как ты считаешь? Какое настроение в ней должно преобладать? Ну, вообще, как бы о любви, но она смешана с каким-то клубным ремиксом. То есть я особо здесь не чувствую какой-то печали, потому что вроде бы как она и печалится, а вроде бы как и нет, потому что она не может сама определиться, что вообще у нее за состояние такое. Подача была очень простой, ненавязчивой, такая легкая песенка в исполнении милой девушки. Согласна. Спасибо. Абсолютно. Спасибо большое. Молодец. Работай дальше, есть над чем. Спасибо. Спасибо. Ну, как вы считаете, мнение жюри справедливо? Справедливо, да. Они голос оценили, сказали, что у тебя мелодичный, нежный, красивый голос. Но по стилю исполнения надо определиться, вот что этой песни она хочет выразить. Судьи сказали, что мне еще есть над чем работать. Я сама это прекрасно знаю. Надеюсь, что мне дадут второй шанс. Вы слышали судей? Кажется, им понравились абсолютно все участники. Назвать победителей этого выпуска будет непросто. Но по правилам должны остаться только двое самых сильных. Я Ваня довольна. Он сделал все задачи, которые мы ставили. Молодец, и артистично, и чисто. Я считаю, что мы все втроем волновались, и у Лизы была очень тяжелая песня, она с ней справилась. А у Лиды очень прекрасный голос. Я прям влюбился с первой нотки, поэтому мне понравилось, как девчонки спели ее. Лида, я тоже довольна. Мне не хватило немножко вот и на концовке, нотки чуть-чуть она не дотянула. Красивая девушка. Да, красивая. Красивая поющая девушка, беспроигрышный вариант. Мне понравились ребята, все старались, выступили достойно. Лиза. Хороший человек. Да, она замечательная, нежная, и на самом деле я очень довольна, что в итоге она собралась, потому что она очень волновалась. Лиза действительно была очень сложная песня, но она выдержала ее, молодец. Что будете делать, если именно вы уйдете из проекта? Я буду развиваться дальше и учту те недостатки, которые мне сказали, о которых мне сказали. Соглашусь с Лизой, тоже буду работать над собой, буду исправлять все минусы, которые у меня здесь. Я буду очень переживать за остальных и тоже, конечно, развиваться дальше. Хотелось бы видеть наших участников. Мы готовы. Ну, побежали! Удачи всем! Только посмотрите на ребят. Они не теряют позитивного настроя и прекрасно справляются с волнением. Кому вы сейчас желаете удачи? Ну что ж, самый, наверное, волнительный момент всей этой истории. Где-то неприятно. Да, давайте начнем с Вани. Ваня был первым, всем понравился. И мы посовещались, думаю, можно сразу сказать, да, ты проходишь. Поздравляю. Молодец, поздравляем. Отлично. Тебя. Я вас поздравляю. Спасибо. Я так рада, что Ваня прошел. Лиза, мы с тобой прекрасно знаем, как ты волновалась, но, по-моему, ты хорошо справилась с волнением, ты смела собраться в итоге и спела очень хорошо. Лида, ты очень красивая, у тебя очень много достоинств, у тебя прекрасный голос, у тебя все отлично. Ты идешь дальше. Лиза, давай теперь поговорим с тобой. Ты мне очень симпатична как человек, как артистка, в тебе очень много того, что я считаю должно быть основным в артисте. Это доброта, искренность, настоящесть, детскость, наивность. Все то, что тебе нужно оставлять всегда. Но есть масса вещей, которыми нужно заниматься. Ты попала в очень хороший проект, где отбирали очень много людей и талантливых, очень способных. И ты одна из них, которая стоишь сегодня на этой сцене. Я тебя с этим поздравляю, и ты большая молодец. И я считаю, что тебе нужно идти вперед и вперед. Лиз, я считаю, что ты уже победила то, что ты вышла на сцену. Не каждый это может. Ты большая умница. Остается пожелать тебе удачи. Иди своей дорогой. Мы держим за тебя кулачки, все получится. Спасибо.
Я, конечно, согласна с мнением жюри, но я на этом не остановлюсь и буду работать над своими ошибками и пойду дальше. Мне всегда так грустно от того, что приходится с кем-то прощаться. Я просила жюри оставить всех, но они меня не слушаются. Так что на следующей неделе нас ждет новое музыкальное сражение. Но шоу продолжается. Целых 7 талантливых ребят прошли в следующий тур. Нас ожидает максимально яркое продолжение и море сюрпризов. Не пропустите свежую серию Kinder Music King.